Всем привет, меня зовут Кэтрин, и сегодня начинаю свой влог. Он начинается с Гомеля, я недавно приехала сюда, и сейчас мы направляемся в студию для макияжа и прически. Сегодня будет невероятная фотосессия, мы будем снимать в замке, я вам обязательно все покажу. Погнали! Вот такая прическа получилась. Вот такой готический образ у нас получился, очень необычный, и сейчас мы идем в замок. Just what you'd expect inside her new Balenciaga. Вот и последний, третий образ. Вот и съемка подошла к концу. Как вам пишите? Вот и закончилась съемка. Сейчас я иду перекусить, и мы уже отправляемся домой. Сейчас я спускаюсь попробовать в одно веганское кафе, которое здесь есть. Я надеюсь, мы делаем что-нибудь вкусненькое, потому что если не оно, то я сегодня не позавтракаю даже. Это сейтан с тофу и кофе на миндальной молоке. Итак, я уже перекусила, сейчас я иду на вокзал, потому что там будет маршрутка моя, но перед этим я хочу зайти и купить себе попить воды, потому что очень острый был этот ролл, не знаю, как его назвать. Типа что-то шаурмы, только с веганским сыром. Ну что ж, я уже пришла на себе вокзал, пила себе водичку и решила поселиться на маршрутку и ехать домой. Наконец-то! Красоту мне сделали. Ну, не лично волшебница. Я немножко. За 20 минут сделали укладку, представляете? Все, спешу мучительно. Ну, блин, очень красиво. Мне так нравится. Этот перелив вообще, все. Счастливо еду на съемочку. Так, я иду на 6-й этаж за платьем. У нас уже очень мало времени. Надеюсь, мы все успеем. Thank you.
Съемочка. Съемочка была невероятно крутая в таком красивом месте. Боже, я счастлива. Спасибо всем за просмотр.